красота вообще. Здравствуйте. Молодчик. Расскажите немножечко о себе, пожалуйста. Ой, даже не знаю, что рассказывать-то. Будем сейчас бороться с тобой. Девчонка, знаешь, да, бороться будешь? Мы будем бороться. Точнее, меня будут класть лопатки, если я не чувствую. Я-то не могу бить женщину, вы же знаете. Да, сейчас я вам устрою. Все? Покажите меня, молодой человек. Диндяно, эстандо сольто. Почти я вас съем. И вы так поговорите оба. Так, сейчас я быстренько. Привет. Всем привет. Сину гулога. Кася, маша. Кася. Алёша. Насколько не гадаемся, куда? Насколько? И вот так на них. В общем, у нас здесь съемка в данный момент. Я теперь дзюдоистка. Начинающая. Как вам мой костюмчик? Да, сфоткаемся. Сфоткаемся? Да. Все. Нет, сфоткаемся. Тебя сфоткаем. Сфоткаемся. Давайте. Уже по делу. На, передаю привет. Да, конечно. Сейчас да. Я тебя одену так, давай, что ты сама тебя не узнаешь. На коврике прям? Разувайся, там это, типа подальше. И кроссовки выкинешь. Кроссовки можно выкинуть, да. Да, конечно. Так, красиво, так, красиво сделай это. Убить Билла, часть 3 тебе пишут. А что это торчит? Где? Что это такое торчит? Где? Чего это? Там торчит. А сбоку завязочка одна? Может, так и надо? Да, даже сейчас. Мне нужно отнести это или держать? Нет, ты должна держать это. А мне нужно кисть. Знаете, это... Так. Ты еще ближе подойди, чтобы была в кадре. Я смотрю. Ты должна сюда встать. Лена, принеси мне очки. На меня смотри, Кристина. Это тяжело, я знаю. Очки на своем столе. А как сделать руки? Они правильно? Да. Должна вот так встать. Покажет, наверное, стойки потом. Ты должна сбросить его, да. Вот так? Вот так? Вот. Она умеет. Я сумею. Мне, Кира, мне попозже. Давайте драку пишут. Когда они стоят вот так. Когда у них тень получается вот на носу. Мне куда? Может, знаешь ли песню? Переставлять коврики? Переставляйте коврики. I love you! Ты понимаешь, что я делаю? Все туда? Тут опасность рядом со мной. Не хочу босиком! Не хочу босиком! Я на здравке! Давай, переходи чище. Говори мне, сколько. Юля. Да, здесь. Какая сторона моя? У них живые фотки не так много. Здесь, да? Да. Да, очень. Он тоже. Так, только Киртер бросает там тень. Я вообще опасаюсь. Да, тень бросается. А я еще тень. Да, Кир, твоя тень. Ну, да. Я свою тень не хочу, а не уберу. Знаешь такую песню? Не знаю. Я хочу. Нет, я хочу. Да, офигенно ты сделала. На виду хочу, что-то там. Смотри, это вообще жесть. Ну, я пытаюсь. Ты меня нарисовать вообще просто полностью. Что вы делаете? Пытаюсь поймать свет. Убрать тень. Стой. Я уберу там, если что, тень твою. Одна рука здесь держит за руку, вторая держит где за руку. Подожди, мы должны делать в ракурс, в лицо. Так, тут уже как... У нас как сути, мы должны жалобить. Да. Да. Нет, ты можешь на галку. Да, вот так.
Так, Кристина, посерьезнее. Посерьезнее? Игорь, может быть, мы не будем тебя валять? Может, мы сделаем статичные фотографии? Вот так вот. Папа! Сейчас я покажу, дай себе. Хню. Папа, ты хотел... Короче, мы тут лишние, мы пошли. Так, у меня там все это... Да так все нормально. Можно вот так. У вас тут площадка. Вот такой манкуляющий. У нас тоже есть такие делают. Нет, девчонки, нормально. Какая разница, подумаешь? Мы можем сделать это, в принципе, ничего в этом сложного нет. Да? Если будет каратистка, тогда я буду для экономии буду купить, и я буду раз. Какой-то несерьезный у нас джедаист сегодня. Джедаист у нас опасный, у него столько энергии, мне кажется. У кого-нибудь вайфа есть? Да. Так, нормально вы себя чувствуете? Вот покажет. А, покажешь? Да, 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 да. Да, давай, давай только такие вот, наверное, стоячие, не лежачие. Мы можем просто в захвате. Вот тут почти. Где же тут губочки? А, это летом? И классно у нас, тут крутишься. Так, так, так. День назад, девочки, уходите назад. Уходим, уходим. Уходим, уходим. Так. Нет, не раздеваю, тебя там лифчик видно, я сейчас буду ругаться. Вообще снимаем, вообще так вот. А может и снять вообще лишь? Так, ага, еще один. Не-не, там видны лямки, вот в чем дело. Все, нет, давай. Девочки-то... Ну что, там... да. Ну понятно, если бы девочки были без лифчика, это было бы не очень. Да ладно, без лифчика. Для мальчиков, кстати, вообще не страшно. Так, подай, назад, назад еще, назад. Середину коврика. Стоп. Саша, отойди. Ну вот ты тоже на сочках. Вы не забывайте, что мы делаем фотосъемку. А что она? Надо смотреть. Да. Не так, конечно. И лицом тоже, тоже ко мне сюда. Давай вот так. Да? Давай, Кристина. А я не девочка. Я не могу надеяться. Вы тут лишние походы. Не, на самом деле, надо просто серьезнее собраться. Так, все, у нас времени мало. Все, набаловались. Делаем серьезно. Делаем, как йога была, помнишь? Ну, типа йоги, так но... Так же вы любите постанову. Мы можем сделать... А, да. Вы же что только не делали. Вы могли столько фотографий сделать. Мы можем сесть вот так. Они все ржачные, да. Слишком. Правильно. Да, мы так... Только так, прямо. Так, давайте, прямо. Да, фотку. Прямо чуть-чуть. Вот постинг. Да, постинг красивый лежал. Вот у него все идеально сделано. У нее нормально, это же начинающая. У нас начинающая всегда. А, начинающая? Да, угу. Телефон у кого-то. Юль, давай. Ничего страшного. Нет, она, вообще, она загрустила, она загрустила. Да, перевожу. Вертикальные картинки, не забывай. Так, да, пропустила. Вот с серьезным лицом пару фоток тоже можно. Так, на меня. Вот. Как ты так катаешься? На меня? Раз, два, три, открыла. Игорь, ты можешь расслабить мышцу лба? Я понимаю, ты можешь от нее подать? Я прощу, хочу тренироваться. Были попытки стать. Я могу попробовать. У меня само собой так получается. Стой, сидим. Такие у нас активные. Стой, сиди, это хорошо. Мы тут просто им мешаем. Какой сильно расселись. Да, кто уже только что сдвинулся? Вы как-то не вместе. Сказали, надо вместе. Тебе нужно с той стороны, ей свет меняю. У нее стены. Солнце скрылось. Я ставлю в таком расстоянии. Вот. Вот. Встаешь чуть. Саша, блин. Ма, сфоткай меня на телефон нас. Выключи.